Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас еще один заказик Avon по шестому каталогу. Маленькая, но очень интересная коробочка. Здесь новинка туалетной водички по фокусу. И крем, который вы давно просили меня потестить. Сегодня вместе с вами его протестируем. Открываем эту коробочку. Девчонки, здесь у меня еще один приз за звезды. Сейчас вам все покажу. Первый раз у меня такая маленькая коробочка. Счет, фактура. И вот, в принципе, все нормально лежит. Давайте начнем с мужского аромата. Я взяла эту водичку туалетную Wild Country за звезды, девчонки. 3 звезды она стоила. У меня как раз оставалось после приза, сюрприза 3 звезды. Водичка приходит не зафольгированная. Здесь 75 миллилитров. Я поискала в каталогах, которые у меня дома есть, этот аромат. И мне понравился. Надеюсь, что и супругу моему понравится. У него как раз кончается водичка туалетная. Так, ничем не пахнет, никто не брызгал, значит. Ну, классный, девчонки, аромат. Действительно, такой вот брутально кожаный. Я не знаю, может быть, и на лето он будет тяжеловат, но мне нравится такой аромат. Чувствую, что стойкостью будет обладать, потому что здесь есть нотки такие, которые будут, мне кажется, на одежде ощущаться долго. Классный. Классный такой для мужчин 30-40 лет, может быть, даже и 50, потому что он достаточно брутальный. Мне кажется, прям какие-то есть кожаные нотки и шипровые нотки. Классный, классный. Мне понравился. Девчонки, я думаю, муж тоже его оценит. Так, сейчас я вам скажу код, чтобы вы знали. Так, где же она, водичка-то эта? А, вот. 328-35. А вода стоила 250 миллилитров плюс 3 звезды получается. Дальше, девчонки, в моем заказе карандашик из линейки Avon True Color. Это карандаш для глаз Cosmic Brown, оттенок 495-96. Мне кажется, у меня есть такой карандаш. Сейчас я открою. Это не мой заказ просто. И посмотрю, если он у меня есть, я вам сейчас засвочу. Потому что из этой линейки, мне кажется, у меня уже практически все есть карандаши. Да, девчонки, он у меня есть. Сейчас я вам его покажу. Откопала. Он почти черный. Это я помню, потому что я его сейчас использую, делаю им стрелки. Вот, видите? Это при искусственном освещении. Он практически черный. Я бы даже сказала, что здесь от коричневого совсем мало. Сейчас поближе покажу вам. Вот, девчонки, видите? Практически черный. Мне очень нравится рисовать им стрелку, потому что вроде и такой не угольно-черный, и на глазах, на веках у меня веки жирнятся, и даже какие-то там оттенки теней там могут скатываться. А здесь нет. Я сделала стрелку, он нигде не отпечатывается, я даже не припудриваю, остается на глазах на целый день, никуда не девается. Поэтому карандаш классный, для стрелочки прям, девчонки, очень рекомендую. Следующий продукт в заказе, это тоже не мой продукт, это консилер, девчонки, Avon True. Консилер хайлайтер оттенок Natural Radiance, натуральный там какой-то, 675-94. Он у нас идет запечатанный, но внизу можно увидеть свет. Цвет, да? Сразу скажу, что цвет довольно светлый, такой молочный слегка, без ржаны. Это видно сразу, девчонки, видите, такой светленький, нормальный, хороший цвет. Для консилера, мне кажется, очень удачный оттенок. Вот как он называется, еще раз вам покажу. Ну и новиночка следующего каталога. Это вот такая сиреневая водичка. Девчонки, как она у нас правильно называется? Господи, язык сломаешь. Я вам каталог покажу, хорошо? Вот это в 7-м каталоге она. А я уже, знаете, делаю по-умному. Прежде чем отправить заказ в 6-м каталоге, я сначала пролистаю 7-й, понюхаю парфюм, который может быть у нас в фокусе, да? Посмотрю, что выгоднее, и тогда уже делаю заказ. Если раньше на бум, то сейчас уже я как-то подхожу с умом. Вместе со знакомой листали каталог, она понюхала вот эту воду, сказала «хочу, не могу». А на нее в фокусе 7-го каталога тоже будет, в принципе, неплохая скидка. При покупке 2 будет скидка 40%. Да? Или даже 50, я что-то не помню, 40, наверное, при покупке 2. То есть это достаточно хорошая цена тоже будет, но нужно будет купить 2. Нам 2 как бы ни к чему, и поэтому мы взяли сейчас по фокусу. Она прям ощутила и сказала, все мое, хочу-хочу. Водичка, девчонки, приходит зафлюдированная, 50 миллилитров, наклеечка, я так понимаю, значит, это, ну, не из России, наверное, а из Польши, да? Так, сейчас скажу. Импортер Москва. А так, если без наклейки, тут по-русски, в принципе, нет ни слова. Да, Польша, польская.
упаковочка. Что хочу сказать про этот аромат? Я тоже долго думала, когда ощутила его в 7-м каталоге, сразу со страниц даже чувствуется, что будет классный шлейф. Пудровые нотки, прям я ощущаю. Тут у нас ирис, бергамот и ваниль. Вот, не знаю, я не очень люблю ваниль в ароматах, но здесь мне безумно понравился. Вообще просто, я думала уже даже свой любимый инкадессенс, да, если видели в прошлом заказе, не брать, а взять тоже вот эту водичку. Но все-таки остановилась, потому что так парфюмов завались. Но он классный. У меня прям вот тоже душа легла на этот аромат. Мы с ней, когда она придет, у меня забирать, сегодня распечатаем. Я вам расскажу, насколько совпадает ли с каталогом и вообще ощущения. Да, девчонки, распаковали уже водичку. И что хочу сказать, там действительно крутой шлейф. С каталогом совпадение сильное, прям да. А, ну, естественно, первые нотки там все равно и спирт, как в любой туалетной воде. Но когда он испаряется, прям классный остается шлейф. Вообще просто обалденный. Поэтому, кто смотрит на эту девчонке туалетную воду и не решается заказать, но кому она очень нравится, заказывайте, пока такое хорошее предложение. Или потом уже в следующем каталоге она будет дорого, а по фокусу нужно будет брать две, чтобы сработала скидочка. Ну и, девчонки, следующий продукт в моем заказе. Я давно у вас спрашивала отзывы, кто пользовался таким кремом, и вы мне многие говорили, что он хороший, некоторые говорили, что не очень, на него вообще отзывы противоречивы. Это InYou заряд энергии, дневной крем для лица, совершенство с SPF 25 для всех типов кожи. Кто смотрит меня давно, знает, что я безумно люблю BB-крем из этой линейки, он мне очень нравится, и поэтому взяла именно вот этот крем. Так, код его 04294. Девчонки, он приходит в слюде, что очень приятно. И сейчас мы с вами его протестируем. Девочки меня просили потестить его, действительно ли он так хорош, потому что некоторые пишут, что он забивает поры, забивается прям в поры, подчеркивает их. Но также пишут и про BB-крем, да, мой любимый. А у меня он в поры не забивается и не подчеркивает, а затирает их. И мне безумно он нравится, я его просто обожаю. Вот такой вот красивый флакончик, тоже похожий на BB-крем. Сейчас я... Так, подготовила себе ватный диск и тоник. У меня хоть на лице никакого крема нет, но все равно пройдусь тоником, и мы с вами посмотрим, как он ведет себя на лице, этот кремушек. Все, девчонки, крем уже моя подготовлена к нанесению крема. Он тут внутри никак не зафольгирован, не заслюдирован, точнее. Сразу вижу, девчонки, что текстура довольно плотная. Я вам потом на руке поближе покажу. Так, и сейчас посмотрим, как он будет ложиться на лице. Запоминаю свои поры до... И посмотрим, что он сделает с ними. Ой, запах обалденный, кстати, вообще. Парфюмерная такая душка очень приятная. Он по логике вещей, вся эта линейка, она, да, у нас для выравнивания кожи. Для выравнивания тона кожи. И я надеюсь, что матирование. То, что у него SPF 25, это вообще великолепно. Я надеюсь, мы скоро все-таки выйдем на улицу, и нам пригодятся солнцезащитные крема. Так, пока, девчонки, он блестит. Сейчас я к вам поближе сяду. Пока он блестит, на лице есть блеск. То есть он увлажняет неплохо. Он подойдет сухой коже, сразу могу сказать. А вот насчет жирной сейчас с вами проверим. Блеск потихоньку проходит. И, в принципе, вы знаете, остается такое сияние. Похожее на сияние от сплэш-маски из этой линейки. Которая жиденькая у нас такая, я ее как тонер использую. Есть сияние, я это вижу. И кожа, в принципе, увлажненная. Что с порами? С порами, в принципе, ничего. Они какие были, девчонки, такие и есть. Так плохо. Сейчас я вам покажу. Вот. Но он не матирует. Нет, он не матирует. Он придает такой, знаете, свеженький вид. Действительно свежий. Насчет того, выравнивает тон лица, да, есть, тоже вижу эффект. И кожа, вы знаете, такая увлажненная. Такое ощущение, что у него в составе, девчонки, есть какие-то светоотражающие частички. Я люблю такие средства. Мне не нравится смотреть на пересушенную кожу свою, да. Поэтому вот такие средства, которые придают сияние, это классно. Особенно для девочек, у которых есть морщинки мимические, да, мне кажется, классно подойдет, потому что он будет их сглаживать однозначно. И кожа сияющая слегка, в хорошем понимании этого слова, лоснящаяся, да, она делает морщинки менее видимыми, менее заметными на вашем лице. Приятный крем, приятная текстура, кожа такая сияющая, да, мне кажется, это заметно. Классно, мне нравится, девчонки. Мне кажется, на него безумно круто будет ложиться тональный крем, я уверена прям. Поэтому я довольна, спорами с моими ничего не произошло. Посмотрю, конечно, в конце дня, как себя поведет кожа, и потом, девчонки, на этот продукт обязательно напишу отзыв в Инстаграм.
Ссылочка на мой инстаграм есть под каждым видео. Ну вот, в принципе, вот так, девчонки. Видите, да, что кожа сияет. Но она сияет. Я не скажу, что это какая-то жирность. Она просто действительно сияет. Классный крем. Мне пока все нравится. Буду наблюдать дальше. Сейчас вам покажу на руке его поближе. Девчонки, вот какая плотная текстура. Сейчас разнесу. Разнесла по руке, и вот видите, как сияет кожа. То есть вот в этом месте крема нет. В этом месте крем есть. Вот он слегка еще подвпитался. Осталось легкое, нелегкое, классное такое сияние. Но ощущения жирности нет. Ну вот и все, мои хорошие. Я заказиком очень довольна. Надеюсь, что и вам было тоже полезно. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Я прощаюсь с вами до следующих видео. Всем пока-пока.